Приветствую вас. Смотрите, какая получается история. Безусловно, вы пережили и переживаете до сих пор трагедию. И, безусловно, вам необходима помощь в том, чтобы ее эту трагедию прожить, пережить. Вот. Но момент, на который я хочу обратить ваше внимание, заключается в том, что вы не мыслите, как мне показалось, себя без другого человека. То есть, родителей нет, друзей нет, да, у этого есть причина. Ну, то есть, с родителями ситуация, скорее всего, не в вашей власти, это понятно. Но ситуация с друзьями, это уже ваша ответственность. И если у вас нет друзей, то это означает, что вы вот не направлены, ну, условно говоря, на социум, да, вы не направлены, вы не нацелены на социальную активность. А больше вы нацелены, направлены на, как, ну, на конкретных людей. И это вас, это вам несет в большей степени вред. Именно вам, именно вот для вас. Понимаете, какая история? А почему? Почему так? А потому что вы становитесь зависимой. Понимаете, вы становитесь зависимой от, ну, от людей. И если вы становитесь зависимой от людей, да, то в итоге это вам несет вот страдания. Такие вот страдания, которые вы чувствуете, в том числе и сейчас, вот. То есть, вот результатом такого вот акцентированного внимания на других людях, результатом является как раз таки то, что вы без людей не можете находиться в отношениях. Понимаете? То есть вы без людей не можете находиться вообще. А вам тяжело находиться без людей. Ну и, соответственно, это вопрос вот к вам. Почему так? Почему вы обращаете
условно, внимание только на других людей, да, а не на себя. А на себя внимание вы не обращаете. Такое впечатление. Вот такое впечатление. То есть себя вы обесцениваете по факту. Вот. Дальше. А прямо из этого, как я надеюсь, мне сложно догадаться, вытекает факт того, что вы не живете для себя. Вот именно для себя вы не живете. А живете вы для кого-то. Понимаете? То есть своего собственного смысла жизни, своих собственных жизненных ориентиров у вас такое ощущение, что нет. И если у вас этих ориентиров нет, то желательно, очень желательно разобраться с тем, чтобы они были. То есть найти такие смысл именно вашей жизни. Для чего нужно поработать в том числе с вашими ценностями, вот, и с вашими чувствами. Знаете, какая штука. Ну и помочь вам, вашего близкого человека, отпустить. Это тоже момент, ну, он тоже такая важная составляющая, важный аспект проблем. Значит, вот вы пишете, значит, не хочу другого, вообще ничего не хочу, как пережить эту боль. Боль – это потенциал личностного роста, вашего личностного роста, боль. Поэтому от боли бежать не нужно, ее нужно принять, ее нужно трансформировать в опыт. То, что сейчас с вами происходит, связано с тем, что вы не имеете других целей, ради которых стоило бы жить, кроме вот молодого человека, кроме другого человека. Отсюда и ваши трудности. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.